Привет, друзья, это Пушкин ТВ, мы здесь, в Сан-Франциско, в лесу, где снимали фильм «Планета обезьян». Я подумал, что прекрасная история, если здесь заведется в этом лесу русский Чикатило. Представляете, какой пиар, сколько гастролей, когда меня выловят. Я даже нашел дырку, я сейчас туда пойду. Опа. Здесь на самом деле можно в разные позы ставить свои жертвы, пользоваться, есть водичка, где им подмыться. В общем, ребята, приезжайте в этот лес. Это Пушкин ТВ, не переключаемся, мы двигаемся дальше по Америке.